перстосложение. Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Иисуса Христа, Господа нашего. А знаете ли вы, что такое перстосложение? Перстосложение – особая форма сложения пальцев руки, обычно правой, для сотворения крестного знамения, утвержденная Вселенской Православной Церковью. Имя «славное перстосложение» используется епископами и священниками. Троеперстие – православными христианами вообще, и отображает оно определенный догматический смысл. Так три пальца руки – большой, указательный и средний, сложенные воедино – единосущие трех божественных лиц и обнаруживают веру христианина в Пресвятую Троицу. Два других пальца руки, мизинец и безымянный, согнутых и прижатых к ладони, указывают на два естества во Христе, то есть на то, что Он – совершенный Бог и вместе совершенный человек. Выражают веру в Него, как в Спасителя и Искупителя. Вот так вот, дорогие мои. И помните, мир освещается солнцем, а человек – знанием. Да храни вас Бог!